это, может, вы и не сразу вспомните, кто такой Дидье Мурани. Но эту космическую музыку вы наверняка слышали. Он автор. Все, идентифицировали, да? Итак, группа Space, легендарная, как принято говорить в таких случаях. Ее основатель, один из пионеров электронной музыки. Почему мы вдруг заговорили сейчас о Дидье Мурани? Ну, потому что он замахнулся на наше все. Француз обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. C'est toujours, ça fait toujours bizarre pour un créateur, pour un compositeur, mais pour un créateur de musique, tout d'un coup, d'entendre sa chanson qui est reprise. Alors ça fait plaisir quand c'est une reprise et quand le nom du compositeur est cité, mais quand le nom du compositeur n'est pas cité, ça veut dire que c'est un plagiat. Да вот самое интересное, конечно же, что за песня, правда? Попробуйте узнать ее с нескольких нот. Это оригинал. Симфония мечты о космосе. Дидье Мурани здесь за клавишами. Ну вот не поняли, если еще нет, тогда послушаем версию Филиппа Киркорова. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. J'ai reçu ça en disant, écoute, voilà, je trouve que cette chanson ressemble complètement à ta chanson symphonique Space Dream. Et donc, j'ai décidé de prendre un expert musical auprès de la Cour d'appel de Paris, et qui en a conclu qu'il y avait 71% de notes communes entre la chanson de Kirkorov et Symphonic Space Dream, ma chanson. Ну, королю российской эстрады не впервые слышать такие обвинения. Но давайте будем справедливы. Все же он больше перепевщик, чем пират. И секреты своих ремейков он никакого не делает. Вот кто только не попал под каток его таланта. Далида, моя любимица, обожаю. Дальше. Дитер Болен. Бакара. Дана Интернешнл. Таркан. Шарль Азнавур. Ну, вот, вообще, огласить полный список невозможно. Целый оркестр, начиная с дискотеки 60-х. Французский композитор Мурани будет определять с адвокатами. Нам он рассказал, что это сделать непросто, ведь песня Киркорова про жестокую любовь имела оглушительный успех в России. Она была столько раз прослушана и по телевидению, и по радио. Нужно считать, сколько дисков продано, где эту песню еще использовали. По информации Лайфа, всего может на счетчике быть 500 000 000 рублей. Но дело-то ведь не только в деньгах. Bien sûr, c'est plus important, le côté moral, encore une fois, est très important. Ou un artiste, enfin plus un compositeur, ne vit essentiellement que par ses chansons. Et à chaque fois qu'une chanson est jouée à la télévision, ou passe à la radio, ou est interprétée en concert, le compositeur reçoit de l'argent. Si on lui vole cet argent, il ne peut pas continuer à créer. Ну, вот, кстати, эта история о любви может оказаться еще более жестокой, ведь в ней может появиться... Третье. Ну вот представьте себе, Киркоров скажет, а я-то при чем? Ну все честно, купил. А у кого? Да вот указан же автор слов и музыки Олег Попков. Он и автор, и исполнитель, и композитор, и продюсер. У него свой центр. С кем только не работает Попков. Весь состав российской эстрады и песни сплошь хиты. Вряд ли Мурани знает о существовании Попкова, но не боги же горшки обжигают. Иском будут заниматься адвокаты, наши, кстати, российские. Сам же творец, по крайней мере, внешне настроен очень миролюбиво. Но тут скорее жалко нашего. Россия, я вас люблю.